Мамлекеттик актыларды алгандардын баардыгын чын жүрөктөн куттуктайм. Для жителей Жилмассива Эскунурду большой и долгожданный праздник. Сегодня они стали обладателями красных книг на свои участки. Полномочный представитель президента в Чуйской области, поздравивший местных жителей с получением документа, вручил им государственные акты. Бишеналы Нурмамбетов в числе тех, кто получил красную книгу. Говорит, самое главное, что теперь документы на руках. Остальные вопросы будут решаться постепенно. Он переехал в Жилмассив с семьей 12 лет назад и построил здесь дом. В настоящее время этот район претерпел значительные изменения. Ранее пустующие земли теперь застроены домами. Появились улицы, проведено освещение, но до сих пор не решена проблема водоснабжения. Мы очень рады, что получили документы. Столько времени нас беспокоила эта проблема. Но за 11 лет так и не решилась еще одна – водоснабжение. Мы покупаем воду. Однако надеемся, что с получением документов вопрос обеспечения водой будет наконец решен. В общей сложности более 400 жителей получили госакты на земельные участки. Мы ждали этого дня очень долго. Без документов мы испытывали очень большие неудобства, начиная с получения медуслуг и заканчивая определением детей в школы и садики. Радость жителей, получивших документы на свои дома, невозможно описать словами. Столько раз мы сталкивались с различными преградами, которые нам приходилось преодолевать. На сегодняшний день около 6 тысяч жителей Чуйской области стали обладателями красных книг, а технические паспорта вручены более чем 800 жителям. Ну, сегодня вот в таком праздничном настроении мы выдали государственные акты около 400 гражданам. Эта работа продолжается. Ни на один день не останавливается работа нашей комиссии. И я думаю, в ближайшем будущем мы точку уже поставим над этим вопросом. Эскунурду – один из крупных жилых массивов. На этот раз жители 8 улиц стали обладателями правоустанавливающих документов. Теперь они надеются, что в скором времени будут решены вопросы с общественным транспортом, дорогами и чистой водой. Эрлан Джуншалиев, Нургуль Джумабекова, Азамат Хырды Токтоев, Алатау 24.